Несколько мест в Москве, где можно и вкусно поесть, и насладиться искусством. Riesling Boys. Среди последних художников, с которыми они коллаборируют, это Виталий Простов, Аня Ерда, Кирилл Новиков. Кисловский. Это ресторан в Кисловском переулке, и там вы можете увидеть скульптуру испанца Джерарда Масса. Ботаника. Ресторан на Большой Грузинской улице. Там вы можете увидеть работы Павла Пеперштейна, Юлии Заставы и Влады Ралка. Ресторан «Регент» – это ресторан, где вы можете найти работы Валерия Чтака.